Приветствую любителей ножевой тематики. Находимся на мероприятии очередном. Ярмарка. Давид. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вот благодаря этому человеку. Ну не только мне. У нас в основном. Еще да. Есть один. Вот еще. Санек, брось нас. Дядь, ну я. Он течет за нас. У него сейчас все проистекает. Улыбнись. Да. Короче. Благодаря этим людям, скажем так, у нас есть возможность видеть интересные вещи, встречаться. Самое главное, продвигать тематику. Еще такое раннее время, вы видите, много народу нет, пока тут люди. Надеяться будем на лучшее. Начинают только раскладываться. Вот, кстати, в объектив попал Алекс Чонга. Это кто знает, один из израильских дизайнеров, ножеделов. К примеру, нож Бустер был разработан при его, скажем так, активном участии. Дима. Роман Додин с его красотой. Кулмар – это серия 2000-х. Прошу обратить внимание. Балатон. Блин, не фокусируется. Не фокусируется, долго. Неважно. Смотри сюда. Скажи руками. Dual Action Червалов. Интересно. Ну-ка, сделай снова. Очень интересно. Надо это заказать, чтобы взять. Мы пообщаемся на эту тему. Сейчас я кружочек сделаю. Это не вопрос. Игорь. Харитатов из Эрмира. Вот так вот здесь это выглядит. Курим. Курим. Федорыч со своими новыми изделиями. Этот нож. Как он называется? Нож армейский канадского типа, генеральский экспериментальный. Плоскогубцы есть? Для спецуры. А нож? Нож есть. Ножей нет, скажи. Дим, вот этот самый. Это сугами, это викторина? Нет, это не сугами, это китайская дубля. Можно это попробовать? Он похож на первый лазер. Нет, там. Что ты имеешь в виду? Я не помню. Супер-тол-300. Угу. Похож. Дим, а закусить? А, тут вон как все интересно. Шифер. На основе клина Шифер было все это собрано. Литье. Вот. Кто-то показывал. Ага. А вот армейский оригинал, солдатский. Вот это его родственник. Ну-ка, вытащи его. Вот так вот он идет. Вот клинок срисовали вот с этого сейчас. Угу. Ясно. Я еще поснимаю, еще вернусь. Слушай. И вот мы входим на территорию. Еще раз. Я тут уже полчаса не могу двигать. Со всеми пока поздороваться. Гаргиль, гонере. В этом машу.
много мума только. Идет сейчас важный процесс разжигания горна. Не будем мешать Игорю. Так они похожи, да, очень, очень похожи. Нет, вам вот это было... Да, Рита Кукри. Рита Кукри. Продолжаем разговор. Как всегда, нас встречает тактикум на входе. Итало. Номер тагит шалом. Шалом. Это тактикум. Богатов, не тактикум. Добрый лукас. И рядом с ними... По уже сложившейся традиции представителя Апинель. Уже начинает подтягиваться народ. Господа япани. Парни с кухнями. Это знаешь, как называется? Авось. Вам что-нибудь порезать? Ну, чуть-чуть. Здесь порезать. Особенные, здесь ножей больше, кроме нас, нет. Можем что-то порезать. Смотрю, вы и точилки привезли. Можно для арбуза такая. Пилить. Можно подточить. Вот еще вот концерт. Приходите. Продолжаем разговор с Арнузом. Кто знает? Скажем так, председатель этой ассоциации Анта. А, готовая. Это, я за. Все, они... Вега? За кафуль. Кен, они вода. Типа, что ты сейчас? Вас и слышно стоит. А вот я, что я подсказываю, קליפ נסיעה עמוקה. אה, אוקיי. היה בשימוש ולכן טיפה יותר זול עם הקליפ שעולה עוד טוב להדביק שניים ביחד. כאילו אור שם תקופה. Вы три дня здесь не наблюдаю. Сыграй Рафаэль. Обычно в этом уголке. Ну шо? Маличма, нехай! Да, я мушо. Да.
Итак, продолжаем. Это столик Рон Галанти. עכשיו אתה יכול לספר על מי. זאת הייתי 12, אחת מתוך 5 בעולם, אחת מתוך 2 בקרבון, יוצרה בידי אנדרו דמקו ב-2012, אחת הסכינים הכי חזקות בעולם והכי מדהימות שיש, פלדת אלמקס. ווילמון עשה את העבודה. ברמה של קסטום, פשוט סכין מטמטמת. אהבתי את האקשן, אקשן ממש טוב, באמת סכין טוב. ויש שם את הדמקו הראשונה שיצאה אי פעם. ממש בעדינות, כן, אז... יש פה גם פורמקס. איך פתרת הבעיה הזאת? יש שם פורמקס קסטום. יש שם איידי 12 ואיידי 10. איך פתרת הבעיה? מה הוא עושה? שלוש איידי 10. בדיוק. מה שיפה זה ש... זה לא ראיתי, זה מהשנים כאילו? כן. מאוד אינטרסי. זה כשהאיפופוטנות לא היה... לא, היה להם סדרה הזאת, קסטום משהו. בוא נגיד ואליו עכשיו. עכשיו אין להם את זה. נגיש את זה. 180 דולר. גם הייצור אני מאוד אוהב. חלק לא אוהבים, אני... נוחם מאוד. אני אוהב את העיגולים, כי אני לא הבאתי עכשיו, אבל אני לקחתי קריס ריב. והגלתי לה את הצורה. ברמה הזאת. זה 350. Привет, любители игровой тематики. Вот такой вот интересный подобрался здесь стенд сегодня. Здесь кастомы на демку. А вот один из серийных формакс. Уже доказано. Это серия. Ради интереса. За гам поход на eBay. Скажем, зацените. Гам за поход на eBay. Здесь, конечно, клин поинтересней. А вот eBay, он не слав на мало. Вкладочки. Здесь чуть попроще, но, скажем так, не намного хуже. Телефон я гидхама. Мужчины оба довольно плохо. Что хотелось бы отметить для таких монстров. Нереально крупный. А вот так вот, если их один на один положить, просто... Слава, ты сэ аба, бэли, мулай цэ одыха. Один... Эмлюмитра винка, засакиним. Сейчас говорит, типа, пусть они это сами спариваются у тебя. Говорите, что я там кварасит им по РБ секс. Угу. Не доверяй. Вот и мы из последних. Иди, их курим на эти азы. Это иди 15. С таким вот интересным замком. Слогу. Иди 10. כל מה שאתה רואה אותו נטוש שלך? נטוש שלי, כן. עד של אדיס לבדי. אתה תליף דיל עם מבלת. такой приятный стендик. Я просто такие деньги услышал, хотел узнать, что за херня. Привет. Очередной раз хочу представить вам молодое лицо Макс Смолкин, да? Работает с углеродкой О1. Делают вот такие вот шейнички, я бы даже назвал это. Видите, шейнички, такие маленькие фиксы. Ну,
карбончик, тонко спущенный. Этот мне понравился. С столетовой рукояткой. Такой маленький. Есть побольше у него. Вот такие. Он тут экспериментировал, я так понял, с финишами. С помощью, скажем так, термометода. Термофиниши такие. Кто не в курсе, это обычно, я так думаю, это с маслом, который получается при нагреве финиша. Хочешь что-то сказать, Макс? Хочешь что-то сказать? Здравствуйте, я Макс, я делаю ножи. Пытаюсь сделать как можно лучше работу. Закаливаю сам, работаю с очень точной печкой для термообработки. И что еще могу сказать? Мои ножи. Мои ножи. Достойно.